вон стоят ребята. В сторонке. Девчата в сторонке. Плаките, ребята. А ребята с воздушки постреливают. Вот, и как раз один из них подходит и говорит: вот так-то у меня тут проблемка такая есть, геморройчик. Ну, я сразу оживился, я ж геморройчик со стажем. Вот, ну и он там рассказывает, а я между делом, так сказать, это, уже зная, что, чё, как, начал там спрашивать. Вот он говорит, что-то я вес сбрасываю. Я говорю: грибки были? Да, есть грибок на одной ноге. И говорит, она нога-то сохнет, а другая нет. Ясно, понятно, почему она сохнет. Далее, говорю, как у тебя с зубами? Ну, он так выразился по-мужицки, что мне пришла. Ага, я говорю, о, наш случай. Язык нахрен обложен. Ой, извините. Обложен, то есть там уже от кандида гнездится. То есть у молодого парня, сколько там ему, и 40 еще нету. А может быть, даже и 30. Вот. Ага. Что еще? И наконец-таки. Он показал и кожу. Я как-то это не приметил. То есть и по коже такая, знаете, как бы сказать, вроде можно и не заметить, но человек-то видит. Кстати, вон она, белочка бегит, видите? Белочка живет, орешки грызет. Что и по коже грибок идет. То есть человека поедом есть за грибок, а ему там таблетки, маблетки, хрюлетки, еще какие-то там штучки-хрючки, да? А что они там помогут? То есть человек, вот можно сказать, молодой, заживо сгнивает, его ест грибок. И это происходит довольно-таки часто, но так как читайте лимфатическую систему, что, допустим, ага, наиболее беспокоит, это трещина, через которую сбрасывается вся эта ерунда такая, то он думает, я буду лечиться от геморроя. А тут это просто следствие того, где в организме слабое место, через которое идет сброс всего этого. А надо от грибочков, такие миленькие создания, такие вот беленькие, так они спеша жуют, и все получается к тому, что человека высасывает нафиг, и все с ним. Вот. Вот такие-то вещи. Началась прогулка. Ой, я забыл включить. На что ты? Вот такие вот вещи происходят. Топоры и клещи. Доброго здоровья. Да-да. Извините меня, Юра зовут. Давайте. Приятного аппетита. Да, ничего, на свежем воздухе. Это вы же друг Игоря Сучилина, да? Да. А, ну, которого похоронили. Ну да, ну, было дело. Хороший товарищ. Он говорил о вас. Было дело, да. Ладно. Всего доброго. Ага, давайте.
Было дело, дружили с Игорьком, но... Вот другой свежий случай. Вот подошел мужчина, у нас общий был. Хороший знакомый. Игорек. В бане. Я у него под коленом увидел родинку, как тютина, такого черного цвета. И сказал ему: вот эта вот штука мне не нравится. Через несколько лет это оказалось меланомой. Начали его лечить, так-сяк. Хотя он поначалу обратился ко мне, мы поехали там к специалисту на Украине по меланомам. Все это он сказал, что и как. То есть как-то это можно было без всяких операций, химии и так далее. Внушил надежду, все, приехал. А жена тут уже договорилась о лечении. Ну и пошло операция, облучение и все. То-то-то-то-то-то. Помогло на 3 года. Потом все опять. И нет человека. Нету человека. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!